Мы находимся в центре, в торговом центре, но, я так понимаю, сегодня у нас какой-то полузакрытый в городе Лас-Пальмас на Канарских островах. Типа что-то работает, но как бы ничего не работает. У нас для детишек массажные кресла стоят. Так, вообще у нас как бы задача, если так можно выразиться, чтобы найти эти лодки или паромы, в общем, транспортное средство, которое отходит с этого города до другого, на другие острова, то есть с этого острова на другие острова, чтобы попасть. Может быть, даже это вон там вот. Такой вот огромный центр, это колея, это все перечисленные магазины, которые здесь есть. Такие вот дела. Так, пойдем дальше. У нас развиваются разные флаги. Туда? Здесь прикольные эти, какие-то кафешки. Кафе, да? Рестораны, кафешки. Видать, здесь или типа что-то здесь проходит, надо будет посмотреть. Ну, то есть центр там был. Как называется? Эль-Муэлле, да. Так, друзья, пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся на Канарских островах.